Так, все, давайте следующего. Не-не-не, я только спросить, а что здесь вообще происходит? Для нашего театрально-музыкального проекта требуются молодые, талантливые музыкальные парни и девушки. Очень круто, если ты умеешь играть на музыкальных инструментах, особенно на баяне или гармонии. 8 февраля, ДК «Металлургов», в 8 часов вечера. Приходи, мы тебя ждем. Участие корпоративных студентов «Ависмы» приветствуется.